Казахстан, мы являемся самыми северными мусульманами в мире. Казань и Татарстан – это место многих конфессий. Здесь, если посмотреть наш город, нашу республику, то у нас мечети рядом находятся с церквями, с синагогами. И здесь идет переплетение религии. Мы, во-первых, дружим. Да, то есть разнонациональности мы дружим вместе. Во-вторых, мы часто ходим друг к другу на праздники. Да. Я приглашаю там своих русских друзей, да, на ифтары. Нас объединяет наша работа, наши семьи, наши хобби, как мы вчера с вами были на футболе. Да, то есть, у нас в дни чемпионата здесь будет каждый день, почти каждый день будут проходить национальные шоу. Мусульманин, там, турист, болельщик, который сюда приедет, он может в одном месте помолиться в мечети, может здесь поесть и провести время вместе со своими товарищами мусульманами. Сейчас начинается, мы здесь ежегодно проводим ифтары на 250 человек. Мы обучаем своих официантов иностранным языкам, в основном английскому, да. И у нас мы готовим меню, готовим блюда специально именно с тем, чтобы их предлагать иностранным нашим туристам. Вообще мы горды, во-первых, что Казань принимает футбол, то есть мы чувствуем свою сопричастность к этому. А с другой стороны, мы чувствуем большую ответственность, потому что наша задача, чтобы когда туристы и фанаты будут возвращаться к себе в страны, чтобы они с благодарностью вспоминали то время. Аллаху, Аллаху, я Аллах, Аллаху, Аллах.